Практически все операции на валютном рынке в течение второго полугодия 2016 года совершались с учетом спекуляций на тему вероятности повышения процентной ставки ФРС. К концу года инвесторы окончательно убедились в готовности американской экономики к ужесточению монетарной политики. И Комитет по операциям на открытом рынке в ходе декабрьского заседания принял долгожданное решение о подъеме ставки. Как последнее решение отразится на дальнейшем развитии событий на торговых площадках? С таким вопросом мы обратились к спикерам выставки Show FX World в Киеве, состоявшейся 17 и 18 декабря. Я полагаю, что решение ФРС о повышении процентных ставок, которое произошло в декабре, а тем более обещание трех повышений в течение 2017 года, приведет к попытке доллара существенно укрепить свои позиции против всех основных других торговых валют. И мы увидели уже пробой уровня 1.05 вниз в декабре месяце и даже, так сказать, прорыв отметки 1.04. И вполне возможно, что это движение получит развитие в первом квартале 2017 года. Цель движения может совершать достижение паритета в отношении евро и доллара и даже отметки 0.95. Однако практика торговли последних месяцев года показала, что на этих уровнях существуют серьезные интересы на покупку. Я полагаю, что, возможно, такие цены по европейской валюте уже существенно привлекательны для, например, китайских крупных инвесторов, японских инвесторов. И это может, на самом деле, европейскую валюту поддержать. Поэтому также возможна и остановка примерно на текущих уровнях, и разворот, и даже, возможно, движение евро в сторону укрепления. ФРС показывает, что экономика штатов развивается, они планируют потихонечку повышать процентную ставку. И, конечно, в долгосрочной перспективе это должно привлечь инвесторов покупать доллары, и это, конечно, привлечет инвесторов, даст рост доллару. А, соответственно, доллар растет, а цены на commodities, то есть на разные товары, они будут падать. Если говорить о валютном рынке, то мы видим снижение стоимости валют основных, рост курса доллара, то есть мы видели обвал евро, снижение британского фунта, снижение сырьевых валют, в частности, австралийского доллара, новозеландского и канадского доллара. Основная, скажем, причина данных действий связана с тем, что ФРС не только повысил процентную ставку второй раз, да, с момента рецессии, но он еще сказал, что он в следующем году повысит три раза, потому что некоторые ожидали, что он скажет, что в следующем году, в 2017, ФРС повысит ставку только два раза. А сделали намек, что, возможно, в следующем году повышение даже три раза. И это вот добавило оптимизм в сторону доллара. Но мое личное мнение, я думаю, что да, еще какой-то период может и доллар продолжать усиливаться, но есть так называемый индекс, вот, который мы мониторим в Блумберге, это индекс экономических сюрпризов в США, который показывает, насколько статистика экономическая в США выходит лучше прогнозов. Так вот, по этой кривой видно, что уже в Соединенных Штатах эта кривая на локальных максимумах, как правило, после этого происходит некоторый выход порции плохой статистики, доллар может пойти вниз. Поэтому я думаю, что разворот доллара вниз и рост валют, он не за горами. Вы знаете, на самом-то деле повышение ставки ФРС прямо повлияет в первую очередь на рост индекса доллара. Это раз. И плюс, конечно же, произойдет снижение сырьевых товаров, таких как нефть в первую очередь, которая должна снижаться в цене. Но мы увидим это, скорее всего, в следующем году. Но, в принципе, доллар по логике должен все-таки расти. И доллар должен отбить свои позиции в сравнении с предыдущими периодами, когда он просто падал. В любом случае, повышение процентной ставки США, конечно, давно ожидалось, но любое повышение ставки неизбежно будет приводить к перетоку капитала в США, соответственно, росту доходности американских госбумаг и росту доллара. Соответственно, естественно, в ущерб всех остальных активов по всему миру. При повышении процентной ставки однозначно будет расти финансовый сектор. То есть мы рассчитываем на то, что будут расти такие компании, как Goldman Sachs, JP Morgan, то есть мы будем, скорее всего, отрабатывать эти идеи через покупки опционов, скорее всего, это будут ты. Так что мы ожидаем роста финансового сектора. Expectation is an interesting word. We've had interest rates across the globe that have been low and extremely low for a long period of time. I think the only accurate thing I can say and
the mystery about traders is that they think that they know what's going to happen in the market. I have no clue what will happen next week. I just follow my strategy. But my opinion, I don't trade my opinion, but my opinion is that we will are likely to see a slow but steady rate hike, maybe for another 6 months. I don't think it will be every single month. I think it's going to be slow and steady. And then I think as time goes on, when people realize that the economic situation isn't quite as rosy as some of the short-term good news we've had, that'll impact it, and it might be that the rate falls again. So I don't think we're going to suddenly see rates shoot up. I don't think economically, globally, we can cope with that. But I don't think they're also going to stay where they are. Certainly America is seeing slightly better economic signals, so they're pushing their rates up. But for me, that doesn't mean I'm suddenly going to go long the US dollar, because my trading strategy day to day is more important than what the Fed does with their rates. I keep an eye on that, but I don't trade the rate news.